очень положительно. Положительно к рекламе относимся. Мы ориентируемся на нее. Все время читаем. Цветовое оформление много значит. На цвет вот прямо реакция идет быстрая. Знаки, символы. Особенно новое поколение, оно вообще только по символам ориентируется. Нам, конечно, словесное надо еще описание вдобавок. А я на них не обращаю внимания. Если вы говорите о больших баннерах и щитах, то, ну, в принципе, это нормально. Если они не загромождают обзора, для водителей особенно, не создают никаких помех для пешеходов, то, в принципе, нормально. В принципе, если они не на дороге, то пусть они будут. Ну, просто дело в том, что когда на дороге их много, они, да, отвлекают. А если так вот на остановках, да на этом, то такое дело. Ну, с дорог надо убрать, это точно, это точно. Мешает караулка. Отрицательное. Я их не вижу, не знаю, меня они ничуть не заморачивают. Ну, а что, не мешают? Ну, если они не опасны, конечно. Если опасно, то, конечно, надо убирать. А если нет, то почему нет? Ведь что-то же надо это, знать, где что находится-то. Я даже не знаю, что сказать вот на это. Где-то они нужны, а где-то совершенно не требуются. Хорошо реклама. Чтобы люди были просвещенными. Вообще бы ее не было. Это мое отношение. Ну, если умеренно, то ничего. А когда уже чересчур, то раздражать начинает. Все дело в умеренности. Что можно сказать? Нормально все? Мне все равно, я не обращаю внимания. Но если не слишком крупные, они не слишком яркие, то, в принципе, наверное, реклама должна быть красивой. Против баннеров ничего против не имеем. Вот. Главное, чтобы они были в стилистике города, как-то вписывались.